Владимир Ружицкий поздравил сотрудников Люберецкого водоканала с 95-летием. Лучшие работники получили грамоты и благодарственные письма. Тему продолжат мои коллеги. Мы делаем очень большую работу, очень нужную работу. Обеспечиваем население, школы, сады, больницы, промышленные предприятия питьевой водой. Мы приносим людям радость и чистоту в дом. Сегодня на водоканале сразу два праздника. День жилищно-коммунального хозяйства и юбилей компании. В 1927 году в Люберцах пробурили артезианскую скважину и проложили первые метры водопровода. Это тоже солидный возраст. У нас очень мало предприятий с такой историей, с таким возрастом. Потому что как-то все в этой жизни очень быстро, динамично меняется. А водоканал хорошее, мощное, очень надежное предприятие. На предприятии трудится более 600 сотрудников. Глава округа Владимир Ружицкий и депутат Московской областной думы Дмитрий Денисько лично поздравили лучших работников. Открываешь кран, течет вода, и мы к этому уже все привыкли. На самом деле, конечно же, вы-то знаете, что за этим стоит большая работа большого серьезного коллектива. Сергей Бармашов – мастер по водопроводным сетям в Малаховке. Он проработал в водоканале 20 лет. В его обязанности входит обнаружение и устранение протечек. Сергей отмечает развитие технического оснащения. Какие-то изделия, с помощью которых устраняем, ну, они кардинально изменились. То есть, когда я устраивался, какие-то хмуты, ну, основную массу хмутов делали сами. Ну, из какого-то материала. Сейчас они покупные, очень удобные и надежные, самое главное. Сейчас Люберецкий водоканал насчитывает 52 артезианские скважины, 264 километра водопроводных сетей и 266 километров канализационных коммуникаций. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.